Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Ходячие мертвецы». Так, и что же у нас здесь сделалось, или готово, по крайней мере? Так, ну я вижу куча еды, так, опыт есть, но у нас его за глаза, больше не влазит. Так, посмотрим, что у нас в мастерской сделалось, или что мы можем с вами сделать. Так, Василий, это все понятно. Так, Дэрил, ну, вряд ли у нас, конечно, здесь... Да, мы улучшить здесь ничего не можем. Хм, странно. А что же тогда? Вот здесь можем бур улучшить. Вау. Естественно, будем улучшать, ребята. Так, что, 3 секунды всего лишь? Так, неплохо. Что мы с вами, интересно... Так, урон 88, да? Ну, предположим, еще 5 секунд запустим. Посмотрим, ребята, что у нас. Так, 104. Плюс у нас открывается новый перк. Быстрый удар. После убийства врага у тебя есть шанс 30% восстановить очко действия. Слушайте, это неплохо. Так, снижение угрозы. Шанс 75% после убийства врага на снижение угрозы на 1. Ну, давай улучшим, хорошо. Прокачаем, ребята, полностью, короче, мы этот бур с вами. Ледобур. Шик и блеск. Удар в мозг. Отлично. Так, забираем опыт. Я могу, ребята, кстати, еще маленечко прокачать. А вот здесь вот тоже ведь можно же, да? Да, 19 тысяч еды. И у нас мастерская повысится. И это будет у нас дело происходить 5 часов. Но, как говорится, нам все равно делать нечего. Пускай оно будет на улучшение. А пока постреляем с вами зомбарей, которые тут оккупировали мою базу. И хотят в нее вломиться. Но, как вы знаете, ничего у них не получится. Отличненько. Так, забираем еще, значит, с вами ящики. Ящиков у нас мало, мы в последний раз с вами потратились. Причем довольно хорошо. Мы купили с вами бур, который стоил, по-моему, 88 тысяч. Да, 8 тысяч. Так, и вроде бы как все. Что у нас тут по новостям? Ну, ничего хорошего здесь нету. Бесплатно. А бесплатно что? Давай посмотрим магазин товаров. 25 слитка я получил. Ого. 600, я могу... Нет, ну я не буду, ребята. Вот знаете, что мне хочется? Жетоны стрелка или жетоны охотника? Или жетоны Мэгги? Я не знаю, кто такая Мэгги, ребята. Но я думаю... 4 карточки, всего лишь 4 карточки. И заплатим мы 800 ящиков. Блин, дорого как-то это получается, ребят. Для меня, по крайней мере. Для кого-то, может быть, это... Тьфу, растереть и выплюнуть. Но для меня дороговато. Так, кубки растут, ребята, нам еще с вами, ух, еще 11 кубков, и мы с вами получим вот этот вот замечательный сундук, и в котором содержатся жетоны героев. Ну что же, а сейчас, так, подожди, у нас тут что? Мы можем еще улучшить, да? Нет, не можем, ребята, ошибочка вышла. Вот здесь мы можем, да? Погоди-ка, а почему нет? Ведь нарисовано, что мы можем повысить. Ага, видимо, ребята, из-за того, что она сейчас у нас улучшается... Мы ничего с вами сделать не можем. Хорошо, тогда мы отправляемся с вами на задание. Да выживший, это все понятно. Так, миссии, естественно, миссии. Так, глава 5, завершено 2 из 6. Ух, один из ходячих здоровяков преследует кого-то. Посмотрим, сможете ли вы его спасти. Ой, даже не знаю. И возьмем мы, наверное, ты можешь взять только 2 выживших. Ё-моё, это у меня Роберто и Дэрил. Ну, я могу взять Василия. Нет, ну... Слушай, или взять Василия все-таки, а? Знаете, в чем преимущество у Роберты? Она стреляет насквозь врагов. Василий же стреляет только по одному. У него 6 уровень ствола. Соответственно, у него и здоровье побольше, и урона побольше. Давайте возьмем Васю. Посмотрим. Не понравится, возьмем Роберту обратно. Так, ну что же. Дэрил, блин, глава, блин, слабее, чем у меня Васька. Ё-моё. Ну, на что это похоже? Да ни на что. Так, мы должны помочь. Соблюдайте дистанцию, мы идем к вам на помощь. Найдите и спасите выжившего. Ну, давай тогда, Васек, иди сюда. Будем с тобой... Я не понял, почему Васек у меня не может ходить. Давай иди сюда. Оу, ё-парасоте. Вот это подстава. Сам себя подстал, ребят. Тыч. Этот сейчас охламон. Так, ага, смотрите, здесь у нас какой-то Антон. Антон. Ишь, подожди-ка, давайте-ка посмотрим вначале. Нам нужно вот сюда выдвигаться. Хорошо, давай-ка вот сюда тогда с тобой продвинемся. Он у нас с ножом.
Значит, он ближник. Так, Вася, сноси этому черепушку. Там какая-то жиртряска у нас стоит. Давай ее попробуем снести. Нет, как видим, не все так легко и просто. Так, слушай, подожди-ка. А знаете, в чем вопрос? Куда мне нужно... Ах, вон туда надо идти. Все, ребята, я понял. Значит, мне вот здесь вот нужно сносить, потом здесь. И я уже не знаю, честно говоря, выживет ли у меня этот Антошка или нет. Ладно, пропускаем ход с вами. Этот толстяк идет за нами. Блин, он идет за нами, хорошо. Так, Васек не может, ребята, к сожалению, прострелить через забор. Эта толстячка упала с ракой кверху, блин. Ладно, сколько нам для этого? А, мы сразу открыли, ладно. Придется Антоном вот сюда. Нам нужно держаться, темнить, ребята. Блин, а он довольно быстро идет. Так, сюда. Наверное, не хватит. Да, не хватает, ребята, у нас. Может быть, пробежать? Попробуем, ребят, вот так вот сделать с вами. Дойдет, не дойдет, я не знаю. Оу, ты-то, да откуда? Так, ну ладно, этого я, предположим, сейчас должен снести. Есть, отлично, тут получилось. Так, один ход мне нужно. Замечательно. И вот этого сейчас попробуем застрелить. Хрен там у нас не получилось, ребята. Ой, сейчас отгребем, по-моему. Блин, оглушил. Так, мы делаем с вами, наверное, вот так вот. Этого застрелим. Я знаю, что этот должен справиться, ребят. С обычными зомбарями он справляется. Ох, Вася, Вася. Ох, Вася, Вася, по-моему, ты сейчас у меня крякнешь. Так, цель обновлена. Нам нужно, ребята, вот сюда прибежать. Но это проще пареной репы. Васек то, что вот оглушен, это плохо. Хотя все, ребята, он из стана вышел. И мы сюда с вами уже продвигаемся. Так, забегай, Антон, конец хода. Дальше у нас Дэрил и Василий. Все, ребят, короче, грубо говоря, мы с вами прошли это задание. Победа, но без синяков не получилось. Как видим, ранение у Васьки. Поэтому его нет доступных слотов принять. Не получится, ребята, его принять. Слушайте, он 6 уровня. Мне бы вот такой браток пригодился бы. А как же мне его принять? Неужели я не могу заменить? Давайте-ка мы вот здесь вот с вами уберем самого-самого дрища какого-нибудь. Так, четвертый, это Мили, все. И тот у нас, кстати, тоже мили, поэтому, я думаю, давайте выбирать по ХП. Вот этот вот у нас проигрывает, поэтому мы его удаляем. Да? Все, мы его удалили, по идее? Нет, почему-то он не удалился. Так, нельзя удалить выше обороняющего аванпост. А как мне тебя... Блин, походу, никак, ребята, не получится мне его убрать. А ты у меня что, тоже обороняешь аванпост или же нет? Тоже обороняешь... Слушай, погоди-ка, секунду. Сколько? 150 нужно для того, чтобы я мог открыть себе новую ячейку. Давай здесь ускорим. Ваську, как говорится, подлечим. Милани. Нет, у Милани круто. Смотрите, у нее и карточка особенная, и у нее очень много перков. Нужно вот от этого избавляться. Только как мне снять его с защиты аванпоста нашего? Вот мне какой вопрос интересует. Обороняющего аванпост. Я вроде таких специальных команд не давал на этот. Хорошо. Давайте тогда посмотрим, кого можем еще брать. Ну, можно попробовать вот Роберта, например, убрать. Это у нас кто? По-моему, танк, если я не ошибаюсь. Или же Паулины. Слушайте, почему-то у нас Паулины круче, чем Роберта. Тогда я думаю, что Роберту надо убирать. Уберем. Так, да, я хочу ее уничтожить. Все, и теперь уже у нас должно хватить места. Мы принимаем ближника 6 уровня. Так, здесь у нас что-нибудь... Нет, ничего у нас не открылось, ничего нам не дали. Мы получили с вами просто выжившего. А отправляемся дальше. Просторы. Мы находимся на территории фермы, но ворота закрыты. Попытайтесь их открыть. Найди выживших с помощью вызовов по радио. Так, я могу сюда поставить. И я буду вставить сюда Глена. У меня два стрелка будет и один ближник. Да, я думаю, это самое то. Нифига он таки, с таким буром. Он должен херачить по полной программе. Так, доберитесь до зоны выхода, отмеченной зеленым. А где она у нас, эта зона выхода? Смотрим. Эй! А,
Погоди. А где зона-то? Лично я никакой зоны не вижу. Что-то они тут свистят, по-моему. Но, снесли, отлично. Ну-ка, Глен, посмотрим, как ты буром своим орудуешь. Просто шикарно орудуешь. Так, ладно, этого мы снесем. Крит удар. Слушайте, ну я не могу... Ах, вот оно что. 7 ходов нам нужно, ребята, прождать. Короче, будут сейчас на нас идти зомбари, а мы с вами будем отбиваться от них. Надо было для этого дела, мне кажется, Глена ставить. Чтобы он открывал ворота, а мы бы тут отстреливались. Так, 6 ходов наблюдения. Какое еще наблюдение? Ох! О, бегу, давай, Гленыч. Желательно, блин, побыстрее. Нас тут, ох, хорошо сейчас прижучат, ребята. Ой, хорошо, как нас сейчас тут зажмут. Черт бы их побрал. Блин. Так, начинаем потихоньку отгребать. Предположим, я так сделаю. И вот так вот. Снесли. Так, это сейчас еще, ребята, волна побежит, вы не думайте. Вау, сейчас Ваську будут бомбить. Уже бомбят. Так, что нам для этого нужно? Сделаем, короче, вот так вот. Ага, и вот здесь, пожалуй, с вами. 2 хода всего лишь осталось, ребята. 2 хода, это, блин, немало. Со всех сторон просто напали. Сейчас, боюсь, разорвут. Я говорил, надо было Глена все-таки, ребята, ставить для этого дела. Чтобы он открывал, блин. А так у нас получится с вами не айсово, честно говоря. Черт, я не знаю даже, что сделать. Заколбасят нас здесь, вот что я вам скажу. Так, ну, Вася, блин, ты будешь открывать? Есть, он открыл. Открыть-то он открыл, блин, но мы все равно здесь не сможем спастись. Как бы это по-дебильному не звучало и не выглядело. Ну вот, что вот мы здесь можем сделать? Ну даже если вот так вот, предположим, да, отбились. Глен, если вот сюда переместиться у нас... Да куда ж ты выбил это, Глен, ё-моё. Схватят, нет? Слушайте, все, ребята. По-моему, мы с вами сейчас... Дэрил, аккуратнее, аккуратнее. Блин, волна за волной. Все, сматываемся. Смотрите, еще бы один удар бы, и Дэрил бы просто погиб бы у нас. Ну а так выжили. Тяжелое ранение, ранение и также тяжелое ранение. Естественно, всех придется вылечивать. Так, у нас тут опыт, 2 слитка. И опять опыт. Хорошо, продолжаем. Надо будет лечить, естественно, и сейчас. Фух. Так. Фермерский дом прямо по курсу. Сразу же за сгоревшим амбаром. Ладно. Ё-моё, сколько мы злата тратим на то, чтобы их вылечить. Ё-просто, надо было поменять мне. Ай, хотел Глена, ребята, заменить на стрелка. Но поспешил. Дерьмо, ну и здоровяк, честно, реальный здоровяк. Где? Вот этот вот 9 уровня. Просто соблюдайте дистанцию, и все будет в порядке. Ну, Василий, как всегда, в своем репертуаре. Доберитесь до выхода. Попробуем. Оу. Действительно здоровяк, ребят. Ты посмотри. Он просто непробиваемый. Черт бы его побрал. Да тут еще помимо него всякие лошпены вылазят. О-хо-хо. Вот это да. Так, ну этого я должен снести, ребят, в любом случае. Ну? Да, он сдох. Так, Глен, ты держись, главное, у меня. Не падай духом. Да что ж такое, что за хмырь-то? Есть. Пронесло. Это еще не конец, вижу еще одного здоровяка. Ну, блин. Где он? Ё-моё, блин, на самом выходе стоит. Вот это вот что за фигня, а? Мне не нравится, ребята, вот когда вот такая вот фигня подсвечена. Один ход, мы можем что-то посмотреть. И что ты нашел? Амбар, они все сгорели заживо. Здесь нет ничего, кроме обугленных трупов. Обалденные ты мне новости тут сказал.
Так, ладно, двигаемся, ребята, с вами потихонечку. Я знаю, что будет волна, и буквально вот сейчас она будет. Черт бы вас побрал, а, упыри вы хреновые. Нам нужно спасаться. Мы лучше с вами побежим вот сюда. А толстяк за нами ломанется, ребята, за нами ломанется. Как пить дать? Ну, пока он стоит на месте. Хорошо. Два хода до следующей волны. Будем стрелять, ребята. Будем этого говнюка крошить, пытаться, по крайней мере. Сейчас я его звездану еще, но... В принципе, ну, только не оглушай. Он уклоняется, ребята, у нас Глен уклонился от ударов здоровяка. Это говорит только об одном, что он очень крут. И он побеждает этого говнюка. Фух, надеюсь, ферма стоит того. До фермы рукой подать. Давайте сделаем это. Ту-ту-ту-ту. Конечно, сделаем. Естественно, ребята, ломим отсюда. Да ладно, вы-то еще откуда взялись, а, говнюки? Некогда, короче, нам на них любоваться. Нам нужно добираться, ребят, до выхода. Так, Глен. Вот что мне нравится Василий, он контрит. Контрит, ну, правда, один раз, но контрит за то, что нас начинает, например, бить любого персонажа. Васька сразу же прикрывает его. И мы выбрались с вами. Идеально, только Васька идеальный вышел. Так, воу, 20 карточек Дэрила мы получили с вами. Хм, круто, возможно, скоро мы его сможем с вами прокачать. А мне этого только и нужно. Продолжаем. Так, и у нас с вами остается последняя миссия. Вот она, ферма. Так, нам нужно будет, кстати, подлечиться. Рядом с фермерским домом прицеп с припасами. Вот зачем мы здесь. Ага, понятно. Естественно, придется мне потратить, ребята, золото. Подожди-ка, а что это такое? Вот это что-то? Я что, Дэрила могу улучшить? Подожди. Так. А ну-ка, давайте-ка с вами выбежим обратно в лагерь. Неужели я могу Дэрила улучшить? Или они меня годы обманывают, а? Выживший. Так, ну я же... Нет, это мне не нужно. Так, погоди-ка, где мои все выжившие? Вот они. Дэрил, ну-ка дай-ка я посмотрю на тебя. Нет, не могу, ребята, буквально не хватает 8 карточек. Ё-моё, и он бы у меня был 5 уровня. Так, что здесь показано? Я могу ему что-то надеть, да? Да, ребята, я могу... Нет, не могу, нифига, показалось. И вот эту почему-то не могу улучшить. Куртку, хотя должен он ее улучшить. Ладно, хорошо. Ну, самое нормальное то, что у нас, ребята, еще слишком много горючки. Мы можем здесь еще с вами повоевать, как говорится. Так, жрачку забираем. Так, опять эти зомбари тут как тут, а? Не успеваю уйти. Так, летний фейерверк. Мы что-нибудь с вами успели сегодня заработать? Нет? Так, ежедневные квесты, испытания недели. Испытания недели. Так, заряжаемые способности. Я, по ходу дела, ничего не могу сделать, да, здесь? А почему? Вот мне что интересно знать. По идее, должен быть вперед. Но нифига, 8-я миссия. В лагере показано что-то 3. 3 каких-то задач, которые мы еще с вами здесь не успели сделать. Но я ничего такого особенного не вижу. В лагере костер. Костер, что... Погоди-ка. Продолжить. Так, американская... Ну, это понятно все. Костерчик. Так, награда у нас, кстати, усиленная рубашка. Да, я ее хочу получить, ребята. Поэтому фиг с ним тут высматривать все это. Мы с вами давайте по-быстренькому будем завершать эту главу. Собрать команду. Давай-ка мы с вами уберем Глена и, пожалуй, поставим... Паулину. Да, я думаю, что так будет эффективно. 3 стрелка. Ну, я думаю, что должны здесь справиться. Очень и очень сложно. У меня что-то не получается никак здесь разработать определенную стратегию. Я думаю, что все-таки я возьму Глена. И вот именно такой командой попробуем с вами сделать. Я трачу последнее золото, которое у меня осталось. Это, наверное, последняя моя попытка. Если я не смогу пройти, то это будет полный звездец. Так, ну что, Василий, Дэрил и Глен. Вся надежда на вас. Да, я вижу прицеп. Давайте, помогите мне дотащить его до машины. Толкай прицеп навстречу машины. Это все понятно. Так, Гленыч, ты сможешь? Должен смочь. Заколбасить ты ее должен. Отлично, молодец. С удара просто-напросто.
Так, дальше у нас идет Васька. Снеси башню ей, нормуль. Так, и Дэрил. Замечательно. Так, не хватит, не хватит, ребята. Ладно, подождем, пожалуй, с вами вот здесь. Они сейчас сами, если что, дойдут. Так, мы сносим черепушку. Вот так. И нам нужно вот этого жиробаса, ребята, с вами заколбасить. Желательно быстрее. Да куда ж вы пошли-то, а, гаденыши? Вы это специально делаете, да? Так. Ну, сносим. Замечательно. Так, давай, толкай. Вот, молодец. Давайте, помогите мне дотащить его до машины. Только бы не добежал. Фух. Отлично, ребята, он не добежал. Так, Васька, ну-ка, шлепни его. Нормуль. Встаю вот сюда, ребят, потому что зомби появится с этих сторон. Так, а Глен тащит в этот момент. Интересно, что там внутри? Мы это обязательно узнаем, как только дотащим. Вот они, зомби, ребята, вышли. Так, тут 7 и 8 уровни. Я даже не знаю, что нам лучше сделать. Я, короче, буду так делать. Вот сюда перебегу. Вот этого гада должен завалить. Отлично. Дэрил, сможешь вот этих вот двух говняков завалить? Будет хорошо. Нормуль, просто великолепен. Будьте начеку. Да, начеку. Неужели достанет до Дэрила? Нет, не дотянулся. Отлично. Так, минус. Здесь тоже минус. И Глен опять тащит. Пока все хорошо. Не подпускайте их к прицепу. Я стараюсь. Стараюсь, поверь мне. Так, Дэрил этого сносит. Гленыч подталкивает. Почему мы так припарковались далеко? Кто тебя знает? Почему ты так припарковался далеко? Ребята, мы встаем сюда поближе к машине, потому что потом нам нужно будет в машину запрыгивать. Надеюсь, наша добыча этого стоит. Стоит, поверь мне. Давай, Глен, последний твой... Прицеп закреплен, в машину. Так, ну, в принципе, у меня Дэрил возле тачки. Все. Только Глена осталось, ребята, довести. И вот она, волна выходит. А мы с вами... Оп, сюда. И новое достижение получаю. Вау. Фух. Ребята, я долго парился вот над этой миссией. Я вместо Глена, честно говоря, брал стрелка. Паула это, да, по-моему, бабу звать. Но она слишком слабая. Она не справлялась с зомбарями 7 и 8 уровня. Приходилось ей по два раза стрелять, что очень плохо сказывалось на моей команде. Ее просто разбирали. Ну, а Глен, как видите, очень хорошо. Он очень далеко бегает и, как видите, без промедления всего у нас и сделал. Отлично, просто великолепен. Глен, как всегда, хорош. И мы с вами выполнили задание. Отправляясь на эту ферму, было слишком рискованно. Извините, нам необходимо быть осторожней. Для выживания должен быть способ получше. Глава 5 завершена. Награда за завершение. Усиленная рубашка скитальца. Ха-ха! Энджи, другие рассказывали мне об этой опасной ситуации на ферме. Это было достаточно рискованно. Мне недавно удалось найти зацепку, указывающую на местоположение Эдема. Мы встретимся с их представителем в хижине у озера. И будем ждать на открытой местности. Представимся вольным людям. Приди в себя, Бэт. Надо смотреть в лицо фактам. Если мы будем сидеть и ждать, они рано или поздно найдут нас. Это вопрос времени. Глава 6. Берег озера. Отправиться в хижину у озера, чтобы связаться с фермой Эдем. Награда за завершение Лионес-22. Снайперская винтовка. Эпическая, ребята. 8 уровня. Фух, естественно, я принимаю. Я принимаю вызов. Так, мы сейчас с вами вернемся. Так, что у нас здесь? Достижение, да? Я его, ребята, естественно, заберу. Так, подожди. Вот. 30 голды. Ребят, я всю голду слил, вы не представляете, для чего там было для меня это проблематично. А на самом деле все так легко. Кто бы знал. Так, давай вот здесь мы забираем все. Еду. И, кстати, что у нас? У нас, ребята, усиленная рубашка. Кто ее может носить? Дэрил, ты можешь ее носить? Новую, которую мы только что получили. Нет? А вообще, дайте-ка мне посмотреть на нее, на эту рубашку. Кто вообще ее может, в конце концов, носить? Так, где у нас тут?
Где у нас там снаряжение-то смотрится? Так. Вау. Вау. Для стрелка. Кожанка такая, да? Нехилая. Это все понятно, но где броня, которую мы только что получили? Новая броня. Ё-моё. Эй. Черт, я забыл, как посмотреть, ребята. Лечить всех. 8 голды придется потратить. Вот, кстати, Паулина вот эта вот была раненая. Вот. Все дела были из-за нее, ребята. Улучшить не хватает у меня на улучшение, к сожалению, еды. Так, где же мы с вами можем посмотреть мою амуницию? Так, это у нас оружие, это все не то. Ну, предположим. Ага, требуется уровень 7. Ребят, нам еще не скоро поносить этой рубашки-то, ядрена вошь. Как-то кисло, и меня немножко это расстраивает. Потому что Василий ближайший у нас к 7 уровню, а остальные все очень и очень далеко. Ну что же, ребята, давайте, наверное, мы с вами щеманемся. Хотя бы начнем проходить 6 главу. Мне неприятно признавать, но Бат, наверное, был прав. Найденная хижина может дать нам шанс пережить все это. Я, наверное, вот эту команду и оставлю. Мне она понравилась, она очень хорошо прогрессирует. И думаю, что в дальнейшем она еще покажет нам, на что способна. Глен очень хорош в плане выживаемости. Доберитесь до зоны выхода, отмеченной зеленым. Это через всю вот эту армаду нам придется бежать. Вот, ребята, чем они усложнили мне в данный момент прохождение, так это вот этими супер мощными, толстыми, жирными зомбарями. Да-да, ребята, именно ими. Они очень, гады, мощные. Даже Глен не может, ребята, добежать и наказать их. И у нас, ребята, через три хода... Да, через три хода прибежит вот эта вся армада. Так, давай мы, наверное, вот так вот все-таки будем уничтожать вот этого жирного в первую очередь. Два хода, блин, через два хода. Слушайте, интересно, Глен сможет его вот сейчас накумарить? Да, у него довольно хороший бур с такой, ну скажем, с офигенным уроном. Мне нравится. Отлично, вот здесь очень хорошо было сделано. Так, Гленушка застрелил. Ой, Гленушка, конечно же, Василий. И вот сюда мы с вами перемещаемся. Так, вот, в принципе, вся основная свора здесь стоит. Но через один ход, не забываем, ребята, пойдет толпа зомбарей. Не хватает нам, знаете чего, крита, какого-то крита, вот чтобы он сразу сносил зомбарей с удара. О, тут еще одна жертвяска, ребят, смотрите, сейчас выбегут зомбари со всех щелей, по идее, должны повылазить. Вот о чем я вам и говорил. Короче, у нас с вами не так уж и много выбора. Попробуем, двоих прострелим, нет? Отлично, то, что нужно, я рассчитывал именно на это. Так, давай-ка вот эту жертвяску. Ага, Гленыч, ты... Да, он как раз может даже уничтожить ее. Нет, нет, только не это. Ох, больно, больно, больно. Блин, он у меня оглушен. Ёпарасете. Если я встану вот сюда, ребята, сможет ли Дэрил у меня прострелить? Шикарно, все, тогда еще, ребята, у нас есть с вами шанс. Ну-ка. Бинго. Фух. Фу-фу-фу, вроде бы нормуль, ребят, вроде бы как... Мы справляемся. И у нас все хорошо. Конечно, не без ранений. Здесь, как говорится, и говорить нечего. Но, по крайней мере, мы остаемся живые. Да. И, естественно, мы с вами проходим этот уровень. Фух. Да, дорогого стоит. И очень опасно и нервно. Что нам достается? Так, опыт. А здесь нам достается опять опыт. Ну, да, чуть нормально-то. И опыт. Да, на опыт вы, конечно, не скупитесь. Он мне нафиг, в принципе, не нужен, ребят. Я как бы и так справляюсь. Сколько? У меня 52 голды. Сколько мне нужно потратить на лечение всех моих ребят? Всего 4 голды. Хорошо, я это делаю, я принимаю. Значит, ребята, это означает, что мы с вами отправляемся на вторую миссию. Там есть другие выжившие, которые рискуют точно так же, как и мы. Мы просто не можем бросить их. Значит, мы с вами здесь сейчас получим выжившего. Да? Угу, получим. А вы знаете, что будет, если мы его получим? Нам предложат его взять. А я очень уверен, что там крутой чувак будет. И нам, опять же, выбор. Поэтому надо заранее удалить
того, кто нам не нужен. Я думаю, что вот этого Куртиса надо удалить. А ну-ка. Почему я не могу? Как его снять с обороны, аванпосты? А? Кто мне скажет? Я почему-то не помню, как это сделать. Если честно. Так, 120 карточек нужно на Мэгги, ребята. А я хотел там, помните, 4 карточки купить для нее. Но это фигня. Вы смотрите, сколько на Кэрол нужно. На Рика 250. Мишон. 500 нужно. На Карла 500. Жесть какая-то. Просто, ребята, жесть. В общем, тут еще дофига. Так, Эзекиль. Это же, по-моему, Иисус, да? Джерри. Вот за Джерри мне давали играть. Он с мачете, так же, как, по-моему, и... И кто? И как Шеннон, да? Они там тоже неплохо довольно веселятся. Но это ерунда, ребята. Мне сейчас нужно вспомнить, как... А, вот аванпост, ребята. Вот аванпост. Получить награды. Давай, получим. Отлично. Так, рация мне нафиг не нужна. Жетоны стрелка. 8 жетонов, ребята. Возьму. Хрен с ним. Пускай будут. Так, и как же мне изменить защитников? Вот они, ребята. Изменяем защитников. Я поставлю здесь, пожалуй, вот Антона. Так, Милани, мы тебя заменим на... На Паулину давайте заменим. И Куртиса мы тоже заменим с вами на Роберта. Вот так вот. Атака на аванпост. 10 ящиков. Ой, это я побегу. Я думал, что это будет автобоем. И вот смотрите, тут награды, да? Нет, не надо. Мне пока этим некогда заниматься, ребята. Все, я, короче, удаляю этого чувачка. Так, выжившие с самого-самого... Подожди, мне не это нужно-то. Да ядрёно ты, вот что... Мне нужно уничтожить самого слабого. Это у нас будет Куртис. Да, именно его. Все, пока. И отправляюсь, ребят, с вами на задание. Вторая миссия у нас. Так что погнали. Вперед и с песней. Да что ты будешь делать-то? Вот сюда нажимать. Выбрать команду. Хотя я не могу, здесь только два. И я думаю, что у меня вполне устраивает и Дэрил, и Василий. Мы здесь должны с ними справиться. Третий выживший к нам должен якобы здесь присоединиться. Здесь должен быть кто-то живой. Это точно. Тыч. Двоих сразу смочишь, Дэрил? Во, Дэрил, красота. Так, через три хода выйдут зомбари. Что мы здесь должны с этой тачкой сделать? Я не могу понять. Так, ну-ка, толкай. А, ты ее отталкиваешь. Ладно. Отлично. Так, зомбарик там идет. Прострелить нет возможности. Давай-ка вот так вот с вами. Тыч. Дойдет, гад, дойдет до Дэрила, да? А? За что и получил пулю в лоб. Так. Во-во-во, подожди, подожди, а как же... Вот. Куда же нам там идти? А вон, ребят, Светлана какая-то, смотрите. Она танк. Она у нас танк. Хорошо, давай сюда встанем. И будем... Оу! Я ж тебя для чего оттуда убрал-то, а? Стреляй. Ну, пулю в лоб давай, отлично. Дэрил, да ё-моё, ну что ж ты... Я говорю, стреляй, блин. Так, спасти выжившего. Мне нужно, что ли, добежать до нее, получается так? Ладно, хорошо. Я попытаюсь добежать до нее. Один ход. Помогите мне выбраться. Мой брат закрыл меня внутри, но его убили. Поищите тут рядом его тело, ключ все еще у него. Да вот он, блин, труп этот валяется, вижу я. Ничего. Блин, это не он. Скорее всего, вот этот.
Черт, этот еще шевелится. Не надо, это же зомби-здоровяк. Черт подери. Он оглушил. Он оглушил Дэрила, ребята. Фух. Повезло, знаешь, вон там он, ребята, труп. Ну, ключ нашелся. Так, а я пока, ребят, знаете, что сделаю? Вот там вот идет свора. Вау, 9-8 уровни. Нехило. Так, давай, Дэрил, ты мне нужен здесь в плане того, чтобы открыть и спасти еще одного выжившего. Иначе нам тут будет попа. Ух ты, как ты, Дэрил, круто. Все-таки у него арбалет вообще шикарный. Сносит просто на ура. Так, один ход остался, ребята. Сейчас опять будет волна. Так, давай, открывай, Вася. Спасаем эту Светлану. У меня почти получилось. Цель обновлена. Куда нам нужно? Ядрить тебя на корень. Теперь в обратную сторону, ребята. Побежали. Где-то шипит. Вон они, вылазят. Так, хорошо. Попытаемся, ребята. Попытаемся выжить. Ох. Не дай бог эта говнюха сейчас подойдет к Дэрилу. Слушайте, достанет она или нет? Не знаю, ребята. Надо пропускать ход, смотреть. Да ядреного. Тьфу ты. Ой, вот так вот ложануться. Это был звездец, ребята. Хорошо. По крайней мере, теперь я знаю, где находится труп. Выберите команду. Чего мне не хватает-то? Все нормально, давай ускоряемся. Побежали. Офигеть, лопухнулся, ребята. Здесь должен быть кто-то живой. Естественно. Живых здесь просто куча. Так, короче, ребята, отталкиваем сейчас машину. Бежим. На этот раз мы не будем тупить и обыскивать не те трупы, которые там лежат. Так. Здесь, конечно, хитро сделали, да? Прикрыли они всех этих зомбарей. Ну-ка, давай. Вау, Дэрил, красавчик, троих снес. Так, по-моему, здесь кто-то будет еще стоять где-то, вроде бы, если не ошибаюсь. Нет, никого нету? Вау-вау-вау-вау, поползли, поползли. Так, давай сюда. А ты вот туда у меня как раз пойдешь. Будем, ребята, экономить с вами время. Давай разговор. Помогите мне выбраться, мой брат закрыл меня внутри. Но его убили. Поищите тут рядом его тело, ключ все еще у него. Ну, ребят, как вы знаете, из прошлой драки мы уже знаем, где ключ. Воу! Да ладно! Ой, ребят, прикиньте, они поменяли расположение ключа. Черт, этот еще швельц. Эх, сейчас он... Оу. Оглушили у меня Дэрила. Честно говоря, я никак не думал, ребята, что мы вот так вот опростоволосимся. Сносим. Так, и давай вот так вот сделаем. Да ёпрсты, я ж... Думал, что нам хватит энергии его завалить. Но не хватило. Ну. Так, вот сюда мы передвинемся. И сразу двоих-то... Нет, не получается. Я, ребята, рисковать не буду. Я сразу снесу этому чайник. Вот. Там идет волна. Нужно брать ключ. Вот ключ у этого, да? Офигеть. Так, вылази отсюда, Кристина. Кристина! У меня почти получилось. На этот раз ее совсем по-другому даже звать. Так, конец хода. Бежит армадушка. 9 уровня, да? Я не знаю, рисковать, не рисковать, ребята. Ну, я попробую. Может быть, получится оглушить. Оглушили, замечательно. Этих охламонов мы сейчас с вами нахлобучим.
Минус. Минус. Давай-ка попробуем еще оглушить. Ух, вообще красота. Сносим чайник. И бежим. Так, тут больше никого нет? Пока вроде бы нету. А-а-а, поползли гады. Так, я больше, ребята, беспокоюсь за Дэрила. В плане того... О, 10 уровни там уже. Вот это да, вот это называется... Докатились. Сможем, сможем наказать? Отлично. Молодец, Кристина. Ты хороша в плане того, что... Довольно сильная. Так, Дэрил. Двоих не получилось снести. Ну, эту снесли. И вот эту оглушаем. Получается так. Да, все, ребята, мы с вами в цели, грубо говоря. Застрелим. Да. И выбегаем. Ведь все-таки не зря, ребята, что я удалил там персонажа. Сейчас Кристину мы к себе просто-напросто заберем в отряд. И я думаю, что она очень хороша. В плане того, что и уровень у нее должен быть хороший. Ну и, как видите, она довольно неплохо станет. Победа. Кристина. Ну-ка. Ё-моё, 8 уровня. Вы посмотрите на ее экипировку. Здоровье 405. Ё-просеты. Конечно, принимаю. О чем тут может быть в разговор вообще? Конечно же, берем, ребят. Вот это обалдеть. Квест завершен. Получаем. Ух, вот так вот, ребята, как-то таким макаром мы с вами выживаем. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте мы с вами на этой ноте, пожалуй, будем завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр, мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть, будем выживать и наказывать зомбарей. Так что всем пока и удачи.